Парень вошел в воду, и тут что-то коснулось его ноги. То, что было потом, впечатлило миллионы людей. До лета остается чуть больше месяца, а это значит, что впереди нас ждут отпуска, моря, озера, реки и океаны. В свою очередь, это сулит нам новые знакомства и встречи. Так и произошло с героями этого видео. Парень, заметив у берега загадочное плавающее существо, бесстрашно шагнул в воду. В результате юноша подружился с невероятным симпатягой, при взгляде на морду которого так и хочется начать чесать его за ушком. Четвероногий красавец оказался морской выдрой, животным крайне мирным и ласковым. Этих любопытных, смелых и дружелюбных милах невозможно не любить. Сами они относятся к людям весьма спокойно и запросто играют с человеком, если тот не будет представлять для выдры опасности. Здесь, например, четвероногий симпатяга даже сделал парню своеобразный массаж. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много...